Доброе утро, Владимир! Замечали ли вы, насколько быстрому темпу жизни нам сегодня приходится подчиняться? И иногда в нашем расписании не хватает времени даже поесть, не то что стоять у плиты и готовить обед и ужин. И тогда многим на помощь приходит готовая еда, приобретенная в магазинах. Мифов о том, что это невкусно, дорого и не полезно, существует огромное количество. Что же, сегодня вместе с сетью супермаркетов «Квартал» будем эти мифы разрушать. Супермаркеты «Амби» и «Квартал» – успешно развивающаяся сеть в городе Владимире и Владимирской области. Сегодня в ее составе 19 магазинов. И это гастрономы с широким выбором товаров, услуг, а также деликатесов со всего мира. К тому же здесь можно найти не только продукты, но и вкусные блюда. Готовые салаты и полуфабрикаты снимают с нас многие повседневные обязанности, не говоря о решении проблемы праздничного стола. Мы готовим полуфабрикаты. Мы делаем арамштексы, бифштексы, глупцы, ежики, рулетики сырные, рулетики из Пользуются успехом салата, как сельдь под шубой, салат столичный, салат оливье. Выглядит празднично и очень вкусно. Для того, чтобы создать свое кулинарное производство, супермаркету необходимо иметь в распоряжении помещение, соответствующее санитарным нормам, технологическое оборудование и инвентарь. Кроме того, для производства качественных изделий необходимы хорошие и опытные повара и технологи. Все это в супермаркете «Квартал» есть. Итак, Нина Ивановна, я так понимаю, что цех прямо находится в магазине. Да, это самое главное условие. Пойдемте. Это у нас мясной цех, который занимается приготовлением полуфабриката. Здесь происходит обвалка мяса. Готовятся отбивные, розмис готовится, люля-кебаб, вся продукция из мяса. Так, дальше что у вас тут есть? Дальше у нас цех, конечно, большой. Здесь какие-то по-киевски, а голубцы овощные, голубцы с мясом. Пойдемте дальше. Здесь у нас цех готовой продукции. Сейчас, в настоящее время, готовится куриное филе с ананасами. Так, я вижу, здесь у вас и хлебобулочная тоже есть. Да, продукция. Мы делаем пирожки, кулебяки, шанишки. Вообще существует такой миф, да, что вот готовая продукция в магазинах, она невкусная и неполезная, что она сделана не из тех продуктов, из которых мы бы ее приготовили дома. Нет, мы берем мясо производителей. И потом еще у нас же проходит лабораторные исследования, которые проходят 2 раза в неделю. Значит, их проверяют в гостехнадзор. Есть технолог, есть за производство. Проверяем цвет, запах, вкус. То есть за качество того, что на прилавке попадает, вы ручаетесь? Да, у нас всегда высокое качество продукции. В кулинарном ассортименте магазинов «Квартал» огромное количество наименований мясных полуфабрикатов, блюд горячего стола, кондитерских изделий и заправленных салатов. Большим успехом также пользуются выпечка и торты. Часто на блюда, предлагаемые кулинарией супермаркета, можно оформить заказ. А еще каждый день после 21:00 вы сможете приобрести свои любимые блюда с 30% скидкой. Конечно, у любой уважающей себя домохозяйки есть свой суперрецепт и котлет, и пирогов, и салатов. И, конечно же, дома это все кушать намного приятнее и вкуснее. Но иногда так хочется потратить это время просто на себя и купить всю готовую еду в магазине. Ну что ж, мы именно так сегодня и сделали. Вам же мы желаем приятного аппетита и удачного дня. По достоинству оценить весь ассортимент готовой продукции вы можете ежедневно в супермаркетах «Амби» и «Квартал».